печенье разноцветное. Я уже одно попробовала объедение утром с чашечкой кофе. Хочу представить вам на обзор те продукты, которые сегодня мне захотелось купить. Да. Тыкве фарш норвежский. Чодек. Буду делать. Почему к тыкве? Потому что дали хороший рецепт. Сестра делала, рекомендует мне тоже попробовать блюдо, которое называется лазанья. Все кушали, наверное, лазанью. Но эта лазанья будет диетическая. Она будет с пластинками из тыквы. Вот. Три упаковки фарша стоило 100 крон, 10 евро. Хлебушек, любимый Polar Bro. Из из овсяного и муки. На 3 евро 2 упаковки. Дальше мне захотелось сладить рыбку. Вот такой вот лакс огромный. Здесь килограмм была хорошая цена. По 80 крон, то есть 8 евро. Буду засаливать по рецепту с укропом. Очень хороший рецепт, называется Grawat Laks. Я купила мои любимые спагетти. Некуда выкладывать. Которые я очень люблю. Спагетти номер 5 Барилла. Конечно же, сыр пармезан. Это у меня будет блюдо под названием паста карбонара. Купила киноа. Все, наверное, знают, киноа очень полезно. Была специально для пиццы, как правильно сказать, даже не знаю, как это называется по-русски, основу. И уже к ней будем добавлять ингредиенты. Здесь тесто, скрученное в рулончик, потом разворачиваешь аккуратненько и делаешь начинку и запекаешь. Я хочу сделать вот мозарелла пиццы. Я хочу сделать просто пиццу мозарелла с кусочками мозареллы и томатами черри. Ну, может быть, положу немножко салями, колбаска тоже. Или нет? Наверное, не буду, не стоит. Пусть будет чисто. Это что такое? Кусочек копченого мяса. Это барашек, очень вкусный. Когда мелко строгаешь, он как бы подкопченый. Также купила говядину. Вот такие два кусочка хорошие. Антрикот называется. По 200 крон килограмм. Это 20 евро килограмм. Дальше немножко колбасных. Особо я их не ем, но сын у меня, который пожиратель этого всего. Потом, что еще? Мое любимое. Леверпастей, ливерная паста. Это, кстати, датская, вот флаг датский. И вот это вот, по-моему, это перловка местная. Попробую. Я у него спрашивала, объясняла, он мне показал на эту коробку. Попробую. Я хочу сварить солянку, и мне не хватает перловки. Потом, что еще? Кофе. У меня есть кофейный аппарат, пресс, который с капсульной. И этот аппарат я мало использую, вот решила купить. Здесь сколько штук? 10 штук капсул. Вот иногда спешишь, так утром раз капсулка и все. И обычного кофе только тоже купила для фильтров. Петрушка и укроп, зеленушка обязательно. Вот такие вот формы взяла. Очень удобно в них выпекать пирог. Например, яблочный пирог. Если сделать несколько форм, а потом замораживать. Один пирог съели, а остальное убрать в морозилку. И будет надолго. Здесь вот 5 штук. И если делать пирог, то сразу делать побольше. Очень удобно. Потом просто выбрасывается и все. Также я купила формы. Вот такие вот для лунча, ланчбоксы. И захотелось мне бельгийских конфет. Это уже праздник. Ведь скоро Новый год, и все к нему уже начинают потихонечку готовиться.